Ты хочешь стать айдолом? Ты серьезно? Да, я сейчас готовлюсь к прослушиванию. Прослушивание? Где? Думаю, в этот раз я попробую в Море Про. Море Про? Это же огромное агентство! Знаешь, какая там конкуренция? Такие любители, как ты, пройдут только первый этап, если он вообще есть. Как тебя зовут? Минори Ханасата. О, сколько прослушиваний ты прошла? Какие результаты? Я подавалась 50 раз, резюме прошло 3 раза. А второй этап я прошла 0 раз. В Море Про ты так точно не попадешь! Да и вообще, вероятность того, что хотя бы самые маленькие агентства захотят взять тебя. Но я буду очень стараться. Если я буду прилагать все больше и больше усилий, то когда-нибудь... Очень стараться? Все не происходит просто потому, что ты хочешь этого! Что? Прекрати это все. Я думаю, быть айдолом не твое. Нет. Постой, Айри. Что? Не стоит разрушать чужую мечту вот так. Хоть сейчас ты и не работаешь, но ты все так же айдол, дающий всем надежду, не так ли? Поэтому я не хочу, чтобы ты говорила такие вещи. Конечно, я знаю. Я знаю. Я буду усердно работать, даже если быть айдолом это не мое. Говорю же, просто стараться не получится. Есть кое-что, во что я верю. Веришь? Даже если сегодня день не удался, завтра может быть лучше. Чтобы каждый мог делать все возможное, верю, что завтра все будет хорошо. Я хочу с этой сцены воплотить в жизнь надежду на завтра. Я верю в эти слова. Это... Вот почему я никогда-никогда не сдамся, пока меня не примут куда-нибудь. Даже если мне не получится, я буду продолжать пытаться. Пытаться и пытаться. Хи-хи! Угу. То, что ты только что сказала, было хорошо. Кто это? Кто-то еще здесь? Мой телефон светится. Приятно познакомиться, Минори. Что? Голограмма Мико? Я остальные. Харука, Айри и Шидзуко. Я рада видеть вас. Привет! Что происходит? Почему Мико разговаривает с нами? Откуда она знает наши имена? Это потому, что я пришла сюда из Сакая, созданного из ваших чувств. Сакай... созданные из чувств? Ага, я выступаю в качестве айдола вместе с Рин на сцене Сикая. Рин очень хорошо танцует и учит меня. Учит тебя? Ой! А, скоро следующий этап, так что мне пора идти. Я буду ждать тебя, Сакая. Надеюсь, что ты скоро придешь. Что это было? Новый вид рекламы? Мы разговаривали с Мико. Как странно. Простите.
А? Что такое? Ну, это реклама Мику. Ай, а может это не реклама? В любом случае, то, что сказала Мику, я думаю... Все в порядке? Успокойся. Ладно. Итак, я имела в виду, если вы не против, можете помочь мне попрактиковаться?